Сейчас мы не вышли, мы повернулися зараз в ефір, тому що... Комментируют рядом наши ребята, украинские войска, что они боятся видео, потому и стоят подальше. Мы ждут момента, пока мы уедем. Мы... Подъехала, наверное, Россия, да? Или нет? Или это тоже журналисты? Нет, тоже есть. Хорошо, что журналисты. Это, значит, здесь сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Около 20 в военной форме, в касках людей. Я просто, если бы не знали, что вот этот парень, который их справа вот так вот фотографирует на планшет, он реально есть бандеровец. Который стоял, которого они боятся просто-напросто. Да, да, да. Мне вчера понравилось, сегодня утром, когда я нашел в интернете бандеровец, это как Чупакабра, их никто не видел, но все боятся. Супер, супер ссылка. Не, бандеровец, подожди, про бандеровца другой есть анекдот, как сидит наркоман возле лужи и лупит по луже палкой. Его спрашивают, что ты здесь делаешь? А он и говорит, я разгоняю крокодилов. Таких же нету здесь. Но это потому, что я хорошо их разгоняю. То есть вот эта ситуация точно напоминает мне ту. Вот, и единственное, что хочу сказать, что на данный момент еще все эти противостояния в Крыму, они происходят по бескровной схеме и безоружной схеме. То есть оружие не применяется. Те военные части, которые были заняты, они, как вам сказать, они были заняты превосходящим количеством личного состава нападающих. Потому что все-таки для наших пограничников и для наших военных, я не знаю, по уставу или психологически, то есть они не могут стрелять в этих в гражданских, значит, люди, одетые в гражданское, они заходят на территорию части в большом просто-напросто количестве, и без оружия их невозможно как бы остановить, а команды применить оружие нету. И как бы никому не нужно это оружие применять, не, вернее, никто не хочет, скажем так, кровопролития. А вот. Еще я хотела сказать о том, что все это мне напоминает Майдан. Единственное, что на Майдане это было проще, потому что можно было сказать просто «Киев, вставай!» «Киев, вставай, Украина, вставай, приходи на Майдан и защити своим просто-напросто численным количественным присутствием нас от нападения тех, кто нападал на Майдан». А в данном случае я не могу сказать «Киев, вставай!» или «Украина, вставай!», потому что я не представляю себе, как технически какие-то люди должны прибыть на территорию этой военной части, чтобы защитить, ну тут не в том дело, чтобы защитить наших военных, у них есть оружие, они могли бы с помощью оружия защититься, но это на данный момент ситуация такова, что хочется как можно дольше или вообще удержаться от каких-либо выстрелов. И на данный момент сейчас этим сдерживающим фактором являются журналисты, потому что от многих я слышала, что боятся военные части стримеров. И я сейчас занята в Крыму тем, что я создаю этих стримеров, я рассказываю технически и идеологически, как это делается, как вести стримы. И на данный момент мы видим в прямом эфире, смотрите, как интересно. Вот едет эта машина с севастопольскими номерами 2407. Едет она прямо на нас. 2407NM, 90 регион, это севастопольские... Они снаружи, да. У меня пресса, у меня тут... Я уже хотела наброситься на этого человека, но оказывается, что это свои выжимы. А они приехали просто-напросто, оба-на, с лопатами. Ого, они тут собираются сделать окоп, что ли, в лучших традициях просто-таки Майдана. С пулеметом. С пулеметом. Это пулемет, да? И лопата. Пулемет и лопата. То есть они построят нам здесь симпатичные баррикады, что ли.
Да. Значит, что тут на самом деле есть вообще-то окопы, но вот они, видимо, они достаточно глубоки, потому что мы видим людей с совковой лопатой и пулеметами. Похвалить реально керченскую прессу, которая мы-то проезжали тут мимо случайно, и в течение мы остановились, заметив, что тут творится что-то непонятное, но в течение 10 минут тут были представители прессы, я вижу тут и приезжую прессу, и родную. Я понимаю, что это чуть ли не единственная помощь сейчас здесь военных в Крыму. Видим, что гости военной части, они одели маски, они поворачиваются к нам спиной. Никакого желания они не проявляют, чтобы их идентифицировали. В принципе, странно, потому что эти люди находятся на службе. Я так понимаю, что они в порядке, в мире со своей совестью. Они выполняют приказы своего начальства. И удивительно, почему они не хотят, чтобы их показывали. И в конце концов, они, по идее, делают правое с их точки зрения дела. Как бы защищают народ наш, крымчан, от бандеровцев. А вот и как бы странно, почему нельзя об этом поговорить и рассказать подробнее, конкретно. Хотя бы мне хотелось бы найти человека, который видел бы живого бандеровца, и чтобы он мне его писал, потому что я реально тоже хочу его уже увидеть. Дима, разверни. То есть на данный момент мы видим, что делают войска при блокаде военной части. Значит, насколько я понимаю, блокируется выезд. Скажите, пожалуйста, а что вы собираетесь сейчас здесь делать в этой военной части? Охранять. От кого? Просто охранять. Что значит просто охранять? Ну, обычно это уже как бы... От радикально настроенных элементов. Элементов. Ага. А скажите, пожалуйста, кто вот эти радикально настроенные элементы? Не знаю. Ну как, вы не знаете? Ну вы же должны их как-то определить. Может, я радикально настроенный элемент уже, определим. Может, от меня нужно охранять? Определим. Как так? А скажите, пожалуйста, кого вы представляете? Все комментарии может дать пресс-служба Черноморского флота. Полностью он все комментарии даст. То есть вы относитесь к Черноморскому флоту? Я просто говорю, что пресс-служба Черноморского флота. То есть пресс-служба Черноморского флота, она в курсе того, что вы здесь делаете? И вы представляете Черноморский флот? А какой страны Черноморский флот? Какой страны вы представляете? Один Черноморский флот. В плане один. То есть Украины уже Черноморского флота не существует, если только Россия. Российские военнослужащие, пожалуйста, подтвердите. Номера уже вышли. Подождите, что значит один Черноморский флот? Есть? Я знаю Черноморский флот России и Украины. У вас какие-то другие сведения? Поэтому давайте, у меня есть телефон ФСБ. Давайте. Но я не могу вам давать комментарии. Не надо мне в лицо тыкать, Кеннери, пожалуйста. Я просто не могу дальше от вас отойти, потому что у меня плохо пишется звук. Я, к сожалению, мне приходится картинка, зато у меня пишется хорошо. Друзья, значит, прошу запомнить, что как бы есть сведения, что Черноморский флот, значит, у нас один уже. Вот. Ну, видите, мы опять-таки, наше движение по Крыму идет по прогрессии. То есть мы начинали с людей, которые вообще как бы с нами не разговаривают. Теперь уже люди отвечают даже на вопросы. То бишь, возможно, мы вообще узнаем, допустим, какой-то консенсус найдем. Потому что на самом деле люди в большинстве своем хотят... Я так понимаю, что это представители украинской военной части. Они потом не выйдут. Нам обещают, что эти люди больше отсюда не выйдут. Потому что, да, я прошу, значит, охраняют нас силами Черноморского флота, единственного, от радикалов, которых никто не видел. Ну это похвально, в принципе, но тянет на диагноз, честно говоря. И когда этот диагноз подтягивает
целую страну. О, Господи, по-моему, это наш журналист, по-моему. О, май гад. Тут вообще реальная какая-то вообще уже истерика начинается. То есть, ну, это номера не русские. Личный состав. Тут мы насчитали 20 человек, те, что выходили из машины. Происходит защита от радикально настроенных элементов, которых никто не видел. Они не знают, кто радикально настроенный элемент. Я спросила этого молодого человека, он не знает, кто они, но он защищает. По-моему, это тянет на диагноз, честно говоря. Ну, эти ребята, что вы сказали, то они и толдонят. Даша, ну высадились, пока блокируют. О, а тут приехали, кстати, еще, я так понимаю, мирно настроенные элементы. Мы уже привыкли, что радикально настроенные элементы – это бандеры, значит, которых никто не видел. Но есть мирно настроенные элементы – это люди, которые передвигаются с русским флагом, значит. Они мирно обычно кричат мирные лозунги и мирно хватают журналиста за телефонные планшеты. Вот, такие у нас сейчас ситуация на данный момент. Я понял. И мирно прячут свои лица за балаклавами. И шарфами, исполняя, я так понимаю, свой гражданский долг по защите мирного украинских военных. И не дают никаких комментариев. Вот это вот я реально не понимаю. Если ты стоишь, занимаешься таким благородным делом, как защита от вот этих вот радикальных элементов, почему закрывать свое лицо? Можете вы сделать? Почему? А вы что, вы стесняетесь сказать вслух? Ну и что, там не на слово, я могу убрать просто так. Пока такое, да. Никто не стреляет, что оружие. Значит, чтобы не запомнили лица, эти элементы не начали вычислять. То есть эти люди, посмотрите, хочу продемонстрировать. По комплекции и с каким оружием в руках, они все-таки боятся, что их вычислят потом и значит, будут их обижать. И для этого они скрывают свои лица. Ну, как бы, скажем честно, в наше время скрывать свое лицо – это самое как бы последнее дело. Вот честно, мы знаем, что идентифицировать человека в наше время, то есть его сложнее не идентифицировать, чем идентифицировать, тем более имея номера автомобиля. Вы можете, смотрите, есть такое Спиль на ТВ, у них прямо сейчас онлайн-трансляция идет. Найдите вот это Спиль на ТВ, можете посмотреть, они прямо снимают. Так, а тут в прямом эфире происходит вообще нереальная истерика. Значит, местный у нас активист, он заблокировал своей машиной, родной, любимой, единственной, въезд в эту военную часть. То бишь, я вам скажу, одно дело в киевском метро крикнуть «Слава Украина», а другое дело здесь сейчас в Крыму поставить мою свою машину поперек въезда в военную часть. И я просто, что могу сказать, тут нечего как бы комментировать, это просто смотрите и запоминайте. Потому что и лица вот эти запоминайте, пожалуйста, и вот эти номера запоминайте. И вот этих молодых человек, которые приехали с флагом России здесь, чтобы тоже защищать от, значит, как они любят сказать, фашистующих молодчиков, которых никто до сих пор еще не видел. Вот, попутно, пока мы ждем сейчас дальнейших действий от миротворцев, я вам расскажу то, что мне удалось узнать про ситуацию в Крыму. Значит, по мнению местных журналистов, местных жителей, они единодушны в том, что вот эти все действия, они как бы спланированы давно. И, возможно, некоторые даже допускают, что весь Майдан вообще был создан ради того, чтобы в итоге Крым отошел к России. Потому что года два назад, тут
уже началось действие по созданию антифашистских так называемых движений. На каждой даже мелкий городишко создано как минимум два пункта сопротивления фашистам в Крыму, значит, в наше время, 2012 год, я так понимаю. На всех праздниках, начиная с 1 мая, заканчивая днем города, поднимается тема Великой Отечественной войны. Рассказывается о, опять-таки, фашистах, и потом как бы с дополнением о том, что есть еще бандеры. Бандеры – это, значит, те люди, которые на стороне фашистов воевали с советскими войсками. И вся эта катавасия на протяжении 2 лет тут муссируется и вливается в головы тем людям, которые живут в Крыму. Молодежи, неокрепшим их мозгам, всяким безработным и так далее. К сожалению, интеллигенция и предприниматели из Крыма выезжают, потому что сложные очень условия для ведения бизнеса. А проще всего выжить тем, у кого есть квартира, и он ее сдает. И, соответственно, никакого тут интеллектуального усилия не нужно. Вот так вот. Поэтому на протяжении 2 лет ведется вот эта подготовка и рассказы о существовании вот этих вот фашистующих элементов. И вот сейчас такое простое, какой-то парасичный крымчанин, он уже, походу, уверен. С левой стороны, остановка воинская. Слышишь мой голос, сестра? А, ну, у меня интернет слабоватый, в Киеве, я на Сандалийске. То есть это все готовилось давно. Вижу, что люди одевают перчатки, походу, и балаклавы, и каски. И конкретно уже к чему-то готовятся, возможно, чтобы не пачкать руки об этих бандеровцев. А вот так вот. Не уезжают, они как бы покопались даже слева-справа. Значит, тут нам рассказывают, что Черноморский флот присягнул Крыму в защиту граждан автономии и охраняет военную базу. Сейчас мы попробуем навести справку. Но вот этот вот молодой человек, он явно, значит, в тельняшке. И он...